фестиваль, команда «Импульс», Институт естественных наук и биомедицины. Ваши аплодисменты! Привет всем! С вами команда «Импульс». Скоро конец света, поэтому мы решили особенно не заморачиваться над своим выступлением. Все равно этот сезон нам не доиграть. Ты такой смешной, я вообще не могу. Если кто не помнит, это наша Саша. Она как нагретый полупроводник. В смысле? Не оказывает сопротивления. Ну что, импульс, поехали! А сейчас для вас первая миниатюра ночью на парковке. Так, Mercedes S-класса. Фу, нет. Так, Лада Гранта. Не, не то. О, Логан, подходит. Слышь, мужик, ты чё мою машину пинаешь? Блин, довези до центра за сотку. Нет, 150. А, поехали. Такси Левобережье. Мы работаем без оператора. А у нас блок смешулек. Девушка-юрист отбилась от маньяка Уголовным кодексом Российской Федерации. Это был единственный случай, когда Уголовный кодекс Российской Федерации помог предотвратить нападение. Москва расширяется. Жители Архангельска поняли это, когда начались разборки между Варавино и Химками. Деревянный дом на Гагарина больше не является недвижимостью, поскольку он сходит со свай со скоростью 3 сантиметра в год. Девчонки и девчонки, у меня для вас есть аудиоминиатюра. Давай послушаем. Представьте себе, что среди 11 городов, которые будут принимать чемпионат мира в 2018 году, был Архангельск. И матч проходил на стадионе «Буревестник». Пустые ворота, на 10 секунд забивай! В школу собирать. Итак, все мы попадаем в пробки, но и из-за этого можем опоздать на экзамен. Но представьте, если на экзамен опаздывает сам преподаватель, да еще и со студентом. На Варавино есть уходящие. Ну что ж, Сидоров, приступим. Тяните билет. Не поясничайте! 13-й билет. Ну, что у вас там? 3-й закон Ньютона. Давайте, вы же все билеты учили. Да, конечно. Сила действия равна... Так, Терещенко, ну-ка не мешайте. Сами не сдали и другим не даете. С вами была команда «Импульс». Ваши аплодисменты «Импульс».